Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой. Она высокотоксична, заявляют специалисты. Дома лучше использовать спиртосодержащие средства или дезинфекторы, более щадящие, чем хлорка. В противном случае будет попросту нечем дышать. Токсикологи отмечают, что работать с хлоркой нужно в защитной маске, перчатках и очках. Причем в домашних условиях не получится создать такую концентрацию раствора, которая будет эффективна против вирусов и бактерий и при этом безопасна. Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса. Ведомстве советуют обрабатывать дверные ручки, выключатели, ручки шкафов и другие поверхности, которым прикасаются чаще всего. Проводить влажную уборку рекомендуется 2-3 раза в неделю.